Что, здравствуйте, дорогие зрители и болельщики, добрый день! Ну давайте поживее немножечко, просыпаемся, солнце в зените, вы в тенечке, я вижу, наполняются трибуны сверху вниз, правильно, как солнышко уходит, скоро вообще полностью все трибуны будут в тени, дабы в прохладе и в комфорте наблюдать за потрясающим действием, за гонками второго этапа, друзья! Второго этапа чемпионата Украины по супермото и питбайкам. Ну а пока, подъезжают все наши блоки, дабы вы увидели их во всей красе. Мы просто спокойно наслаждаемся за тем, как выезжают наши блоки. Пока собираются наши... Герой вчерашнего заезда и вчерашнего парада. Друзья, амбассадор Ямахи Денис Михно! Поприветствую! Давайте немного потренируемся, аплодируем, потому что сегодня надо будет очень много топтать ногами, хлопать в ладоши, поддерживать всех пилотов. Наши пилоты ездят от малого до великого, с 7 лет и до пока гости на месте. Ну а пока хотелось бы рассказать о наших партнерах. IMS Oil – американские смазочные материалы. IMS Oil – лидер в области производства синтетических смазочных материалов, соблюдение наивысших стандартов качества, инновационные технологии и новейшее оборудование. Производство на заводе в США – гарантия на всю продукцию. Оригинальная продукция – официальный представитель IMS Oil в Украине. Крыжа АЗС БВС – палубный партнер Западу «Козакспин.кап». Просим вас поддержать всех пилотов. Он все-таки вчера зазывал всех зрителей. Я надеюсь, кто вчера был на театральной площади? А ну, продемонстрируйте, покажите, да, пошумите немного. Здравствуйте. Неужели сработало? А мы продолжаем. Менеджер АЗС БВС, палубный партнер Западу. Чемпионата Украины другого этапа. Заправский автомобиль, эмоции мы. АЗС БВС стал премиальный Пальнер Про. Партнеры всего Запада. Давайте мы задали шару. Второй этап, друзья. Увидели всех наших пилотов воедино, во всей красе. Давайте поддержим наших пилотов. Посмотрите, какие красавцы. Спортсмены тренировали здесь четверга. В принципе, каждый год приезжают сюда с удовольствием, потому что такую поддержку от болельщиков, как здесь, мы никогда не видели и не слышали. Даже Киев отдыхает по сравнению с Полтавой. Тёрнем так, шару и дыму! Ваши овации, он для вас старается, дамы и господа, граждане-болельщики! Все-таки, я же вам говорил, он вас ждет здесь, дабы показать еще на что возможен мотоцикл и пилот. Поддерживаем! Вот что же будет происходить на круге, какая будет сегодня борьба. Денис Михно заряжает энергией, показывает, какой симбиоз между пилотом и мотоциклом. Когда они вместе сливают свои тихо, происходит невероятное. И он выдает максимально, даже больше того, что он способен. А еще и при поддержке болельщиков включается такой адреналин, что человек может сделать то, что никогда не делал. Ну что, провожаем наших пилотов и ожидаем начала стартовой процедуры первого класса юниоров, дамы и господа. И уже буквально через там 20 минут мы вернемся к вам и будем выстраивать наших пилотов.
Отталкиваясь от того, как они прошли сегодня квалификацию. Они сегодня уже тренировались, квалификацию прошли, поездили, последние подготовительные работы с техникой провели. В принципе, она должна быть уже исправна и полностью готова для того, чтобы врываться в бой, для того, чтобы бороться сегодня на треке. Ну а Денис продолжает проверять поверхность нашего трека и асфальта, чтобы наши пилоты смогли сегодня успешно и безопасно доехать до финиша, поскольку количество финишев, точнее количество стартов должно равняться количеству финишев, ну или наоборот. Тогда это успех. Ну и естественно занять первенство и занять место тумбочки. Ну что, приготовимся и слитно внутри будем ждать наших пилотов. Денис Михайлов! Посмотрим, как заряжает вас позитивной энергией, ну и адреналином.